Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина примерила на себя роль волонтера. Вместе с представителями партии «Единая Россия» народная избранница пришла в дом к многодетной семье. Как и полагается, не с пустыми руками. Пожелать вам здоровья. Самое главное, тем более у вас такой маленький... И средненькие, и старшенькие. Химчанам вручили полную коробку с крупами, молочными и сладкими продуктами от правительства Московской области. Спасибо. Будьте здоровы, растите. Растите. Занимайтесь спортом. Обязательно. Обязательно. Здоровье. Да, это самое главное – здоровье. В Химках работают сотни волонтеров, которые доставляют людям продукты первой необходимости. С начала пандемии в благотворительной акции регулярно принимают участие администрация города. Особое внимание у нас, конечно, к многодетным. Особое внимание к людям, которым необходимо помогать. Это старшему поколению. И, конечно, там, где у нас есть люди, у которых есть проблемы вообще просто выходить из дома. И малоимущие, конечно, тоже. Поэтому это было принято решение губернатора, хотя есть и федеральные помощи, есть помощь еще, которую мы оказываем и партии «Единая Россия», поэтому работы много. На сегодняшний день в Химках волонтеры отработали уже около 2500 заявок. Жители просят их сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами и масками. Также волонтеры помогают с выгулом домашних питомцев.